Бесшумный револьвер ОЦ-38 был спроектирован в Тульском ЦКИПСО знаменитым конструктором Стечкиным для использования в различных спецподразделениях правоохранительных структур и органов государственной безопасности. Это оружие представляет собой весьма неординарную переработанную конструкцию привычных револьверов. Несмотря на более-менее ординарный внешний вид ствола, сам ствол расположен напротив нижней каморы барабана. Этим обеспечивается минимальное расстояние от центральной оси ствола до затыльника рукоятки, что значительно снижает подброс оружия при выстреле, благодаря меньшему плечу отдачи. На традиционном месте расположения ствола размещен интегрированный лазерный целеуказатель, кнопка включения которого находится над спусковой скобой на левой стороне рамы. Барабан этого револьвера для заряжания и экстракции стреляных гильз откидывается вправо-вперед. Заряжание производится при помощи пластинчатых обоим на 5 патронов, так как гильзы патронов СП-4 не имеют фланца. Ударно-спусковой механизм куркового типа, двойного действия, с открыто расположенным курком оснащен флажковым, управляемым вручную, двухсторонним предохранителем. Рычаги предохранителя удобно размещаются над верхней частью счетчик рукоятки. Выключение предохранителя производится быстрым и естественным движением большого пальца вниз. Этот предохранитель позволяет безопасно носить оружие с предварительно взведенным курком и при необходимости, выключив предохранитель еще во время извлечения оружия, произвести точный выстрел. Прицельные приспособления нерегулируемые, но с возможностью внесения боковых поправок, оснащены белыми вставками для прицеливания в условиях недостаточной освещенности. В настоящее время револьвер ОЦ-38 находится в производстве и выпускается ограниченными партиями в небольших объемах по специальным заказам. Тактика, технические характеристики револьвера. Калибр 7,62 на 42 СП-4. Длина оружия 190 мм. Длина ствола 37 мм. Высота оружия 140 мм. Ширина оружия 40 мм. Масса без патронов 820 граммов. СЛЦУ 880 граммов. Емкость барабана на 5 патронов. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.